Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Сегодня с удовольствием хочу продолжить показ новинок. В самом начале видео напоминаю, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить, либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Я вот отвечаю в удобное для себя время. Можете написать в Вайбере, в Телеграм-канале, в WhatsApp. В телеграм-канале я выкладываю фотографии украшений с ценами. Ссылку на телеграм-канал оставлю в закрепленном комментарии под видеообзором. Начнем. Шикарнейшие православные кулоны в сегодняшнем обзоре у меня будут. Это у нас ключик Алапия, по-моему, да, называется. Алипия, простите. Алипия. Здесь внутри, да, ключик Алипии. Ключик открывается. Внутри икона святой Алипии. Подвеска здесь гранат. Матушка Алипия. Моли Бога о нас, написано внутри. Очень красиво выполнен кулон. Здесь очень интересный рассказ. Коротко написано, кто такая святая Алипия. Безграничная вера в Бога, безукоризненное соблюдение всех постов, предвидение, исцеление людей, утешение, труд и молитвенный подвиг. Это все можно сказать про матушку Алипию. Матушка еще не причислена к лику святых, но в народе она уже давно прославилась как святая. Ну и много всего здесь о ней рассказано. Интересно читать. Практически не ко всем, конечно, но ко многим кулонам есть вот такие вот выдержки, рассказы, что конкретно означает каждый кулон. Следующий кулон тоже он открывается. Здесь у нас так, подвеска силы небесные. Тоже, открыв подвеску, перед нами предстают чудотворные образы Николая Чудотворца, Спасителя, Богородицы. Вот. Матовое серебро тоже очень все шикарно выполнено. Здесь вот вставочка гранат. Такой вот кулон силы небесной называется. Весит 6,2 грамма кулон, 3600 рублей. Следующий кулон тоже кулон складень. Подвеска складень. Почти 9 грамм весит данный кулон. 4650 рублей. Очень тоже интересно выполнен данный кулон. Вот здесь, смотрите, как он интересно открывается. Нужно с обеих сторон вот так вот нажимать. И вот эти вот дверцы открываются. И здесь у нас Вседержитель, Божья Матерь Казанская и Николай Чудотворец. Тоже очень красивая, шикарно выполненная подвеска. Вот. 4650 рублей. Следующая подвеска. Это подвеска с молитвой «Отче наш». 2700 рублей. Здесь она тоже вот так вот открывается. И «Отче наш» молитва. И эти молитвы все можно прочитать. 2700 рублей. Следующая молитва тоже «Отче наш». Немножечко она отличается, совсем чуть-чуть. 2500 рублей. Она по весу идет полегче, чем предыдущая. Здесь 4,9 грамм. И тоже здесь вот молитва, все прописано. Здесь зеленый агатик. 2500 рублей. Далее
подвеска Петр и Феврония, символ семьи, любви и верности. Вот так вот она открывается. Здесь изображены святые Петр и Феврония. Здесь молитва. В виде сердца выполнен кулон. 4 грамма весит 2550 рублей. Здесь маленький фианитик. Серебро обычное, без покрытия. Следующий кулон. Очень люблю эту модель. Это здесь вставочка танзанит. Все хотела перечислить. И внутри вот так вот открывается. И внутри ангел. Изображен ангел. Вставочка здесь у нас танзанит. Цена 4950 рублей. И точно такая же подвеска. Но здесь внутри матрона. Матрона. И вставка здесь уже фианит. Фианит цветной. Цена 2800 рублей. Они вот с предыдущей подвесочкой отличаются не сильно. Здесь вот виноградная лоза с танзанитом. А здесь есть звездочки, по-моему. Следующий кулон – это подвеска, называется «Дарохранительница». «Дарохранительница». Внутри находится афонский ладан. Он завернут в пергаментную бумагу. Вот так вот открывается. И вот здесь эта бумага. Ее можно достать. И внутри завернут ладан. И зеленый агатик. Дарохранительница. 1900 рублей. Так, следующий кулон называется «Ограждение Господне». «Ограждение Господне». Здесь зеленый фианит. Зеленый фианит. Весит кулон 11 грамм, 8000 рублей. Он, видите, тройной. Здесь тоже прописаны молитвы. Полностью можно все прочитать. Псалом 90. Также ее называют «Хвалебные песни Давида». И такой же кулон «Ограждение Господне» с гранатом. Гранат. Цена 8770 рублей. Почти 11 грамм весит кулон. Исполнение, конечно, шикарнейшее этих кулонов. Прекрасные модели. Далее, следующий кулон идет в комплекте с вот таким вот текстильным шнурком. 60 сантиметров шнурок и, по-моему, до 90 сантиметров его можно раздвинуть. Вот, то есть вот здесь специально его сделали, специальный узел. И его вот так вот можно увеличить длину, уменьшить самостоятельно. Данный кулон называется «Да откроется помышление многих сердец». 3650 рублей. Здесь с одной стороны семистрельная, с обратной стороны Божья Матерь. Так, давайте более точнее прочитаю. Подвеска, посвященная Сретению Господнему, была создана мастерами для напоминания верующему о том, что у Бога все не случайно, только Он показывает истину и дарит нам благополучие. На изделие мастера изобразили момент, когда в день посвящения Иисуса Богу к Марии и Иосифу подошел святой Симеон, богоприемец. Он взял на руки младенца Христа и произнес фразу: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Здесь очень много все прописано с обеих сторон. Очень интересно. Повторюсь, что эти подвески хочется всегда разглядывать,
читать эти молитвы. На самом деле это даже человека другой религии, это все успокаивает. Данный кулон и колье со шнурочком весят 6,2 грамма, цена 3670 рублей. По-моему, я до этого сказала 50 рублей. Прошу прощения. Следующий кулон создан в виде камня. Создан в виде камня. И здесь, посмотрите, матовое серебро. Очень все оригинально, очень интересно. Такое мятое серебро. И оно открывается. И внутри лик святого Серафима Саровского и Божия Матерь. Божия Матерь. Здесь сейчас тоже прочитаю. Камень Серафима Саровского, святыня, главный свидетель неустанных молитв и истинной праведной жизни. Подвеска выполнена в виде камня, как символ того, что под защитой батюшки Серафима и Богородицы мы как за каменной стеной. Вот. Шикарный, конечно, кулон. Тоже идет в комплекте со шнурочком. 60 сантиметров указано, и можно до 90 сантиметров его раздвинуть. 5250 рублей данный кулон. Следующий кулон тоже идет в комплекте с этим шнурком. Это шнурок, текстильный шнурочек. Здесь кулон Псалом 90, и он очень интересно выполнен. Смотрите, вот так вот он раздвигается. И внутри тоже молитва, можно прочитать. То есть вот так вот носите, оно само по себе не откроется. Его надо просто вот повернуть, и оно вот так вот раскрывается. Псалом 90. Данный кулон весит 9,02 грамма, 5350 рублей. Тоже все можно прочитать. Следующий кулон — это у нас кирпич «Два святителя». Этот кирпич идет в комплекте с вот такой вот цепочкой, с дополнительной здесь цепочкой. Длина 55-60 сантиметров. Цена 4470 рублей. Здесь тоже очень много написано. Кирпич «Два святителя». Святой Николай Чудотворец изображен. И Спиридон Тримифунский. Здесь то же самое. Открывается этот кирпичик. Вот он вот так вот открывается. И ее можно использовать как складень-ладанку. Вот оно как. Красота. Весит 9,27 грамма. 4470 рублей. Вместе цепочкой. Далее. Эрцгамма 2500 рублей. Вот такая она вот красивущая. Здесь вставка аметист. Аметист. Красивый кулон. Довольно-таки крупное здесь ушко хорошенькое. И на цепочку, и на шнурочек подойдет. Далее. Хризма. Очень красивая, изящная работа, такая нежная, скажем так. Тоже довольно-таки крупное ушко. Здесь вставка фианит цветной. 1160 рублей. И такая же, только с гранатом. Они по 1160 рублей. Гранат и цветной фианит. Так, слезки у нас пришли, слезки 870 рублей. Здесь у нас изображены Пантелеймон и Матрона. Слезки вот так вот открываются, и внутри лики святых. Матрона и Пантелеймон 870 рублей. Вот такой вот очень красивый ангелочек. Здесь вставка аметист. Красивый такой ангелочек. 1000 рублей. И такой же ангелочек у меня есть еще. Сейчас найду. Так,
здесь какая вставочка? Топаз. 1000 рублей. Топаз и аметист. Такие хорошенькие. Следующий ангелочек. Такой вот ангелок. Здесь фианит, цветной фианит. 1500 рублей. Девочка-ангелочек. У девочки открываются вот так вот крылышки. Открываются крылышки. И вот такая вот она становится. 1500 рублей ангелочек. Следующий ангелочек. 1000 рублей. Вот такой вот ангел с зеленым фианитом. Очень красивый херувим с празиолитом. Празиолит. 2500 рублей. И ушко. Посмотрите, какое хорошее крупное ушко. Красивый кулон. Очень мне нравится, конечно, херувимы. Очень они выполнены красиво. Так, хризма. Маленькая хризма. 400 рублей. Вот такой вот кулончик. 400 рублей. И посерединке фианит. Данная хризма, она подойдет и на цепочку. Она в виде бегунка выполнена. И на браслетик, и на цепочку. Хоть куда можно. Даже ее можно вот деткам как в виде пуговки. Вернее, не пуговки, а просто пришить ее как пуговку. И так можно даже на шапочку, допустим. Да, помните, глазочки пришивали на шапочку. Здесь, мне кажется, можно такую хризму. Так, ангелочек 1200 рублей, комбинированный с лимонной позолотой, тоже здесь фианит. Красивые вот эти ангелочки, так они выполнены шикарно, с крыльями, обалденно. Так, следующий ангелочек 900 рублей, посмотрите, какой красивый, прелесть. Так, следующая хризма, вот такая вот она. Тройная, можно сказать. Здесь первая пластиночка лимонная позолота. Вот впереди с хризмой. Далее идет там с молитвой пластинка. Ободочек тоже вот этот вот серебряный. Он крутится полностью, тоже молитва. Подвеска Сим Победиши. 2400 рублей. Кулон. Так, следующий кулон — это у нас птицы небесные, символ мира, голубь, голубка. 600 рублей голубка с завальцованным фианитом. Ангел 1150 рублей. Девочка ангелочек, красавица. Так, следующий кулон «Живый в помощи». Тоже очень оригинальный такой кулон. 1680 рублей. Они бывают поменьше. Здесь довольно-таки крупный кулон. 1680 «Живый в помощи». Следующий кулон. Это у нас «Архангел Михаил». Посмотрите, какой красивый кулон. Весит 7 грамм. 4000 рублей. Матовое серебро с обратной стороны. Молитва. Защити, архангел. Прописано так. Архангел Михаил. И точно такой же кулон, только здесь уже глянец. Серебро глянец. И весит 5,9 грамм, 3700 рублей. Красивое исполнение. Шикарные, конечно, кулоны. Следующий кулон. Здесь ангел тоже изображен. Посмотрите, какой прекрасный кулон. Настолько оно выполнено очень красиво, стильно. Здесь тоже все прописано. Настолько красивая подвеска. И следы Спиридона даже есть. Так, да, ангел называется подвеска. Ангел-хранитель, незримый заступник. 4250 рублей. Кулон весит 7,5 грамм.
Следующий кулон «Ангел» 2000 рублей. Тоже красивый кулон с молитвой. И такой же кулон, только позолоченное серебро здесь. Комбинированное лимонное позолото 2300 рублей. Так, следующий кулон «Живые в помощи». Двойной кулон. Тоже молитва. «Живые в помощи» 3000 рублей. 5,4 грамма весит данный кулон. Красивая работа. Так, следующий кулон. «Молитва о детях». Посмотрите, как красиво она выполнена. Она мне так понравилась. Сам кулон выполнен в виде птицы. Голубки, наверное, да? Вот так вот открывается и внутри молитва. Молитва о детях. Фактурное, шикарное серебро. Посмотрите, это голубка, наверное, да? 5,7 грамм весит кулон. 3200 рублей. Так, следующий кулон. Рыбка. Символ Христа, да, по-моему, правильно, если я называю. 950 рублей. Колокольчик. «Воистину воскрес Христос». Воскресе Христос. 950 рублей. Колокольчик. Так, далее. Подвеска Матрона. Посмотрите, какая красивая. Тоже очень красивая, изящная подвеска. Здесь вставка танзанит. Танзанит, цена 2300 рублей с танзанитом и 1800 рублей с фианитом. Вот, с прозрачным фианитом. Обе подвески шикарные, да? Очень такие ажурненькие, прекрасные подвесочки. С обратной стороны тоже молитва. Спаси, сохрани. Так. Вот такой вот кулон. Здесь хризма и остальные знаки Христа, видимо. Да. 1100 рублей кулон. Тоже очень красивый кулончик. И хризма. 500 рублей. Вот такая вот хризма. Аккуратненькая. Так, кольца. Кольца антистресс. Православные. С молитвой. Данное колечко. Здесь вставки зелененькие агаты. Данное кольцо называется «Душевный покой». 6400 рублей. Сейчас посмотрю, какие размеры есть. По порядку не буду называть, видимо, тут в разнобой. 18,5 есть, 20,5, 19,5 есть, 18, 21, 19 и на мне 20. Но нужно учитывать, что если у вас 18, допустим, размер, нужно брать 18,5. Именно за счет ширины этого кольца, потому что размер съедает колечко. Так, следующее кольцо. Это у нас колечко называется «Смирение». Смирение. Так, «Спаси и сохрани кольцо». Так, размеры. Цена колечка 5560 рублей. Размеры 20,5 на мне. Так, сейчас скажу остальные размеры. 19,5 есть. 21,5, 21, 20, 17,5 и 19. Оно даже внутри, посмотрите, как оно красиво выполнено. Шикарное колечко.
Очень они удобные, внутри гладенькие, нигде ничего не колет, не мешает. Здесь цвет не позолоченное серебро, цвета обычного российского золота. Кольцо называется «Смирение». Так, с православной темы мы на сегодня закончили. Сейчас хочу показать украшения на каждый день. Много не успею, но в любом случае что-то покажу. Начнем с вот таких вот сережечек. Это кубический цирконий. Серьги на полупетле. Очень такая аккуратненькая модель. На каждый день прекрасный вариант. Данная модель сережечек весит 2,8 грамм, 1500 рублей. Сюда можно подобрать кулончики. Кулоны. Кулонов тоже много видов. Допустим, данный кулончик 450 рублей. Так, покрупнее кулон. Вот такой вот кулон. Крупненький уже. Покрупнее 850 рублей кулон. И есть еще совсем маленький. Но он 550 рублей. Почему-то самый мелкий подороже, чем средний. Ой, 550 рублей микро кулончик. Вот, вот таких вот три вида кулонов. Серьги, серьги разные. И есть кольца. Так, даже не знаю, как вам показывать. Но я думаю, что можно сюда, здесь запомнить, что есть вот такие вот кулоны. Серьги. Вот. С вот таким вот подвесным одним кубическим цирконием. 1450 рублей, 2,6 грамма они весят. И пришли несколько видов колец. Кольца попозже тогда покажу. Здесь тоже хорошее занижение штифта. Аккуратненькая такая модель на каждый день. Прекрасный вариант. Следующая модель. Здесь кубический цирконий. Подвесные серьги с двумя циркончиками кубическими. Цвета мистик. Занижение штифта хорошее. Весят серьги 4,3 грамма. 1800 рублей. 1800 рублей. И есть еще вот такие. Эти прям совсем такие прям нарядненькие. Длинные, для тех, кто любит именно длинные. Посмотрите, какие они хорошенькие. И вот ко всем этим серьгам подходят практически все кулоны. То есть здесь уже на ваш вкус. Данная модель сережечек 4,8 грамм, 2500 рублей. 2500 рублей. И есть еще пусеты. Два вида пусетов я заказала, крупненькие. Тоже на винтовом замочке. Крупненькие 2,4 грамма они весят. 1250 рублей. И поменьше. Поменьше. Эти 1,6 грамм 1050 рублей. Вот сравню. Вот они вот так вот выглядят. Сейчас я замерю диаметр. Самые крупные. Самые крупные 8 миллиметров, а те, что поменьше, 6 миллиметров пусеты. Так, теперь кольца. Вот такое вот колечко. И давайте хотя бы пусетами покажу. Они все друг дружке подходят по цвету. Я специально максимально попросила, чтобы все подходило идеально друг дружке. Колечко 1200 рублей. 19 размер есть. И 19,5. Именно вот такое вот крупным камнем. И, по-моему, в магазине еще был какой-то размер. Нужно уточнить. По-моему, что-то у нас еще было в наличии. Далее есть кольцо. Вот такое вот с тремя кубическими цирконами. Тоже они все идеально подойдут ко всем этим серьгам. Размер 18,5 есть и
Так, и 19-й. Это колечко. Цена 1100 рублей. 18,5 и 19. И отдельно еще вот такое вот колечко такое, прям аккуратненькое, непритязательное, прям максимально аккуратное. 650 рублей это кольцо, 17,5 размер. Ну, тоже вот к этому колечку и пусеты вот эти идеально подойдут, видите, да? Ничего страшного, что в серьгах немножечко крупнее. Можно даже вот эти длинные сюда подойдут, потому что здесь есть такого диаметра тоже вставки. Вот, то есть вот это кольцо тоже сюда, серьги к этому кольцу тоже подойдут. То есть здесь все так можно подобрать идеально. Так, на сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши украшения. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Всего вам доброго!